Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре профессиональный набор инструмента от компании Hans ТК-177. Набор состоит из 177 предметов. Предназначен он для профессиональных работ. В основном это СТО, предприятия, автосервисы. Но также можно его использовать для использования при ремонте и для обслуживания собственного автомобиля. По Hans очень много положительных отзывов в интернете, на автофорумах в основном можете почитать. Инструмент крепкий, выдерживает большие нагрузки, и на Hans распространяется пожизненная гарантия. Набор данный, который у нас в видеообзоре, поставляется в картоновой упаковке, вот такой ящик картоновый. Если видите логотип Hans Tool, что здесь еще такого важного указано? Lifetime, пожизненная гарантия, и World Class, то есть семена. Известный, наверное, инструмент. Сзади на упаковке есть весь модельный ряд наборов инструмента Hans. То есть вы можете еще дополнительно подобрать. Начнем с комплектации набора. Вот хотелось бы отметить хорошую такая вот прокладка, которая ложится между крышками, когда вы закрываете набор. В наборах Hans она высокого качества, она толстая. На ней также есть комплектация набора указана. В общем, такая она служить будет долго. То есть не тонкая, не какой-то там поролон. Здесь очень хорошо все сделано. В наборе 3 рабочих квадрата. 1,2, 3 восьмых и 1 четвертая. Трещотки в наборе на 45 зубьев. Имеют реверс, быстрый сброс. Трещотки разборные, то есть скоба вытягивается и вытягивается внутренность трещотки. Можно смазать или заменить какие-то там части, которые, допустим, поломались. Но о трещотках Hans очень хорошие отзывы, о том, что они выдерживают большие нагрузки. Но, конечно же, я не советовал бы вам срывать гайки, для этого есть вороток. Так, трещотка под квадрат 1,2, длина ее 270 мм. Рукоятка полностью из пластика. Надпись Hans на рукоятке, надпись Hans на металле есть и номер согласно каталога. Рукоятки из пластика это тоже плюс, потому что они не резиновые, резина намного быстрее выходит из строя. Если вы постоянно работаете руками, которые в масле, на СТО, пластик более живучий. Также наборы Hans, не все наборы, некоторые идут с такими вот монетками, трещотки идут. Эта монетка предназначена для того, чтобы... Допустим, в тесном пространстве мы могли вот так рукой докрутить гайку вручную, чтобы не поворачивать вот так рычаг постоянно. То есть вы докрутили гайку вручную монеткой и потом уже довернули до конца. Значит, очень удобная вещь. Далее трещотка под квадрат 3 восьмых. Также на 45 зубьев с быстрым сбросом. Пластиковая рукоятка. Длина трещотки 3 восьмых 200 мм. Также имеет номера согласно каталога и надпись на металле Hans и надпись на рукоятке. Также такая монетка под трещотку 3 восьмых идет в комплекте. И трещотка под квадрат 1,4 на 45 зубьев с реверсом, пластиковая рукоятка, ну и надписи Hans. Надпись Hans здесь на всех единицах инструмента есть. Так, далее набор ключей Г-образных. Вот такой небольшой. Тут сколько их у нас? 8 штук. Нет, 7 штук ключей Г-образных идет. Так, удлинители. Удлинители под квадрат 1,4. Два удлинителя 100 и 50 мм. Далее удлинители под квадрат 1,2, 250 и 125 мм. Материал, это именно сталь, из которой изготовлен инструмент, это хром-ванадий, но очень хорошо отполированы инструменты. Но видно сразу, что качественный профессиональный инструмент. Далее под квадрат 3 восьмых. Удлинитель 125 мм. Под 3 восьмых в комплекте один удлинитель идет. Головки для откручивания свечей. Свечные головки. Здесь 3 головки.
16 мм, 18 и 21 мм. Они имеют внутри резиновые вставки для того, чтобы свеча не выпадала при откручивании. Так, карданы. Три кардана. 1/4, 3/8 и 1/2. Карданы проклепаны. Очень качественно все сделано. Здесь не винты стоят, но заклепки здесь очень стоят высокого качества. Так, рукоятка отверточная. Она применяется с битами и применяется с головками под квадрат 1,4. Есть биты в таких боксах. Здесь очень много всяких типов, которые можно их применять. И торкс здесь, и райп есть биты. То есть два бокса вот внизу. Эти два бокса применяются с переходником. Вот он в комплекте идет. Выбираете нужную биту и вставляете переходник. Также есть, кстати, вот с головками еще под квадрат 1,4 вот она используется. И есть квадрат дополнительный в рукоятке. Его можно использовать или вставлять в удлинитель, или использовать как реверсивную отвертку делать. Так, есть еще два переходника под биты, квадрат 3/8 и 1/2. Вот биты здесь у нас тоже в боксах идут. Торкс, биты, торкс с отверстием есть биты. И данные переходники используются или с воротком, или используются с трещоткой. Также они идут в боксах. Так, далее. Биты рассказал. Головки. Головки шестигранные в комплекте идут. Головок коротких 40 штук. Как вы видите, возле каждой трещотки есть головки под размер трещотки. Вот 1/4 трещотка головки, 3/8 и 1/2. Общее количество головок в комплекте 40 штук. Самая маленькая головка 4 мм. Головки также имеют надпись Hans. Размер указан и номер по каталогу. То есть любой инструмент, который вы там утеряете или у вас украдут, вы можете подобрать по каталогу Hans точно такую же единицу инструмента, которая в наборе. И самая большая головка на 32 мм. Она весит 247 грамм. То есть головки очень увесистые. Как видите, половина отполирована часть, вторая матовая идет. Далее, головки торкс. Торкс здесь головок 13 штук. Е4 самая маленькая, внутренний торкс. И Е24 головка самая большая. Далее, верхняя крышка. В верхней крышке Т-образный вороток. Вороток длина 300 мм. Вот этим воротком вы можете срывать гайки, у кого нет Г-образного, допустим, отдельно от набора или шарнирного. Здесь вот Т-образный вороток, которым срывать нужно гайки. Далее, головки длинные. Длинные головки 18 штук. Самая маленькая 4 мм. Самая большая 22 мм. Так, Т-образный вороток под квадрат 1,4. Также есть в наборе. Так, и в крышке верхней большой набор бит под квадрат 1,4. Эти биты также самые, которые вот у нас находятся в нижней крышке, которые идут через переходник. Здесь они прессованы в головку. То есть выбираете нужную биту и вставляете просто вот в отверточную рукоятку. В верхней части бит побольше. Здесь есть и шестигранные, и шлицевые, и крестовые биты.
Так, по комплектации все. Теперь по кейсу. Кейс у нас из пластика, темно-зеленого цвета. Скреплен он пластиковыми зависами. Но как показано на фото, которое на упаковке, они могут отсоединяться. То есть биты улаживают, вернее биты, крышки улаживаются в ложементы. То есть специальные тележки, которые ставят на СТО. То есть каждая крышка может вставляться в отдельное отделение. Надпись Hans есть и внутри самого кейса. Вот вы видите логотип Hans. Здесь указано ТК-177. И каждый инструмент в наборе пронумерован согласно своей ячейке, которая он лежит. Так, теперь что еще хотелось бы отметить. Мы проверяем еще в каждом видеообзоре, по крайней мере стараемся проверять, как инструмент хорошо лежит, вернее защелкивается в верхней крышке. Потому что это очень важно. Как бы очень неприятно, когда вы поработали инструментом, закрываете верхнюю крышку, и из нее все выпадает. Здесь вот весь инструмент очень хорошо и очень плотно сидит в своих отделениях. Поэтому исключает выпадание. Теперь по самому кейсу еще. По габаритам кейса. Кейс ширина 45 см, длина 36, высота кейса 9 см. Вес самого набора полностью в сборе 9 кг составляет. Логотип Hans посередине крышки, верхняя крышка, вот, если будете закрывать, то вверх это вот, где у нас логотип. Логотип Hans Tools. И запирание осуществляется на пластиковые замки. Но это набор профессиональный, поэтому замки здесь высокого качества идут. То есть независимо пластик или металлический, здесь они прослужат долго. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Кому видеообзор помог с выбором инструмента, ставьте лайк. У кого есть опыт использования данного набора, оставьте, пожалуйста, комментарий. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.